Доброе утро, церковь. Меня зовут Лика Роман. Рада обратиться сегодня к вам. Знаете, на протяжении, наверное, 8 лет у меня было побуждение, большое побуждение в сердце, что мне нужно писать книгу и поделиться той историей, которую Бог сделал в моей жизни, и через эту историю поделиться с теми уроками, которыми я научилась. И я много времени, много лет сопротивлялась этому побуждению, потому что я думала, как, я не писатель, никогда этому не училась, не знаю, как это делать, не квалифицирована. У меня было миллион вещей, которые, думаю, люди потом будут это читать, а вдруг я там как-то не таким языком это напишу и так далее. Много было «но». И сегодня я понимаю, что это так давно нужно было сделать, послушаться Бога. Если Он что-то побуждает нас сделать, то Он даст и благодать, и действие это сделать. И буквально 2 недели тому назад вышла моя книга, и это просто однажды я села и сказала: «Господь, хорошо, я Тебя послушаюсь. И если Ты мне это сказал, дай мне благодать, способность это сделать». И когда мы начинаем делать маленький шаг, один шаг, второй шаг в направлении того, что Бог нам сказал в сердце сделать, это приносит такой огромный результат. И как-то так все одни люди, вторые люди там помогли, там. И сегодня эта книга вышла в свет, и многие люди уже пишут свидетельства о том, что это настолько оживило их изнутри, то, что они потеряли взаимоотношения с Богом, и сегодня они через эту книгу просто снова обрели, и снова как жажду получили идти за Богом дальше. И я так благодарна Ему за это. И я знаю, что это Его книга, это не моя книга, это даже не моя идея была. Но я вас вдохновляю, что то, что Бог вкладывал в ваше сердце, делайте маленькие шаги, поверьте Ему, сделайте выход из зоны комфорта, шаг веры за пределы лодки по воде. И Он вас там подхватит, Он там вас ждет.